Из уникального Колизея Серпухов, Россия, в прямом эфире телеканала холдинга «Матч» грандиозное боксерское шоу IBA Champions Night! Дамы и господа, на пути в золотой угол, приветствуйте его соперник, также из России, Никита Лебедев! Дамы и господа, представляю участников первого боя вечера и первым боксера в черном углу. Ему 21 год. Его рост 189 сантиметров, а вес 83,6 килограмма. Он кандидат в мастера спорта, финалист чемпионата Уральского федерального округа, сегодня дебютирующий на профессиональном ринге из Екатеринбурга, Россия, Олег Бунько! Боксеру в золотом углу 21 год. Его рост 180 сантиметров, а вес 84 килограмма и 300 грамма. Он чемпион России среди молодежи, финалист первенства Европы и Серпухова, Россия, по прозвищу Черный Лебедь, Никита Лебедев! Рефери боя Сергей Летунов. Первый раунд. Дамы и господа, наш грандиозный вечер IBA Champions Night продолжит четырехраундовый поединок весовой категории до 54 килограмма. И первый, черный угол ринга, добро пожаловать из Таджикистана, Хасан Салахиддинов!
пути «Золотой угол». Приветствуйте его соперник, боксер из России, Артур Нагапетян! Yes.
прежде чем мы узнаем имя победителя, давайте аплодисментами поблагодарим обоих боксеров за этот прекрасный бой. Итак, в этом ярчайшем поединке, где мы увидели высокое мастерство и настоящий мужской характер, раздельным решением судей победу по очкам одержал боксер из черного угла Бигзот Хамида. И ваши аплодисменты его сопернику Давиду Илурову, Владикавказ, Россия. Дамы и господа, нас ожидают 8 раундов весовой категории до 54 килограмма. Первое. Представляю боксера в черном углу. Ему 27 лет. Рост 168 сантиметров, а вес 53,9 килограмма. Он победитель Кубка Казахстана, чемпион Казахстана среди молодежи, победитель международных турниров. Его рекорд насчитывает 7 боев, 6 побед, только одно поражение, 4 яркие победы нокаутом из октау Казахстан. Самат Жетибаев! Боксеру в золотом углу также 27 лет. Его рост 164 сантиметра, вес 53,6 килограмма. Победитель национальных филиппинских игр. Чемпион WBO Intercontinental во втором наилегчайшем весе. Его рекорд насчитывает 19 боев, 16 побед, только 2 поражения, 1 ничья и 13 ярких побед нокаутом. Представляющий Кауаян Филиппины по прозвищу Мечтатель J.R. The Jima Ракине! И финальный инструктаж от рефери боя Алишера Алтаева.
and for the vacant WBA Interim Super Featherweight Championship, fighting on the bow corner, representing his home of Russia, Albert Batankasiyev. Это тоже зрительно.